А, все сделала. Вот этот ваншотит. Мне пирожки надо делать. Пирожки надо делать. Пирожки надо делать. Ты иди вперед, Сать. А я села. Я первый раз с кем пересижу вообще. Колесо можно любое поставить? Нифига себе. Бульдозер. Че, серьезно, что два конца нашего? Может, надо было подавить? Оля, осторожно. Ёпти, что за чудище? Ты видишь его? А, оно легко убивается. Он никак не реагирует. Да, он бежит. Может, машиной попробовать? Привет, книга. Блять, убила, да? Забеги в дом. Закрылся. Кроме потех и не дал. Вижу его. Вижу тебя. Он за тобой? Два. Да, обратно пошел. Она такая быстрая. Все по главу пока. Ну, вон они, вонючки. Куда я попал? Нихуя у вас колеса. А, ла-ла-ла. Ну, с файром решу. О, прикольно. Да. Мостик построили.
Чё, пойдём? Зачем? Как это чья-то база? Чё ты выходишь? Это ДПС, ёпта. Ты чё? Это мы потом, блядь, можем, блядь, туда эту тачку скинуть. Угу. Кораблик какой-то поставили. Это, блядь, админы. Ну, нифига, тут нормальные админы, кстати, хорошо работают над сервером. Чё, на эту он... не будем, короче. А, стой, стой, стой. Да-да-да, я вижу. Ты видишь, все равно ешь куда-то, блядь, но не в этом цирке, блядь, да? А в каком? Не знаю, не знаю. В смысле, 19 метров? Чё ты, она что где-то? Канабистройка. Я нашла какой-то кит. Так, а в чем прикол? Это не трейд получается? Нет. Нифига, чувак. Бронированный. Ага. Можно машину посмотреть? Нифига, сколько колес. Это все запаски? Она не бьется, Оля. Да ладно, садись. Там зелененькая фигня ползает. Сервер доставлен? Да. Надо отъехать отсюда, блядь. Ой, а тут динозаврик. Прикольно. Давай вперед. Ебать, это чужой, блядь, ты охуела. Бежим, нахуй. Да там такой динозаврик какой-то. Прикольно. Здесь склон был пиздец. А где чувак? Он АФК. Ну, может, вышел чуть-чуть. Я хуй. Ну, по идее, блядь, должен быть тачек. Что это? Потеряли. Блядь, еще сейчас, блядь. Где чувак-то? За украдеж, блядь, скажут. Блядь, тачку угнали, блядь, сука, скажут. Да иди нахуй, блядь. Ну да, чувак-то прям. Он говорит, я, говорит, сел в машину, все, я, говорит, АФК, все. Я говорю, ну давай, че. Может, его выбило? Блять. Ну, надо будет тачку ему отдать потом. Ну, отдадим, конечно, подарки. Тем более, у кого-то стрим.
писец. Да хоть стрим, не стрим, какая разница, все равно швырнуть надо. Куда он делся-то? А, жесть.